еще одна песня. Называется она «Наставление Халабану» или «Broken Action». Там такая смесь авиационных терминов на английском языке. В общем, я не знаю, что сначала сделать. Спеть, потом перевод рассказать или... Или сначала перевод рассказать, потом спеть. Я, кстати, вот предыдущую песню, когда пел, подумал о том, что я заскучал по стеклу окна в узоре ледяном. Вот сейчас пластиковые окна, по-моему, уже давно никто не помнит, что такое зимой. Эти ледяные узоры, да? Вот. То есть, опять же, отсылка к тому времени. Так, ну, Breaking Action, это коэффициент торможения. Софи Свинт — это ветер у земли. Тейк-офф — это взлет. Кто самое не запоминает, можете записывать на бумажке. Это самое... как английский, знание английского, да? Перевожу со словарем. Если Breaking Action не фонтан, Софи Свинт в бочину задувает, то тейк-офф не надо делать нам. Каждый халабан об этом знает, то тейк-офф не надо делать нам. Каждый халабан об этом знает. Если визибилити не гуд, это видимость, и рановые ни хрена не видно, ни масти с тебя здесь не поймут, чтобы после не было обидно. Ни масти с тебя здесь не поймут, чтобы после не было обидно. Помни, чтоб не вылететь в трубу, героизм тут никому не нужен. Лучше не испытывать судьбу, лучше лишний раз сходить на ужин. Лучше не испытывать судьбу, лучше лишний раз сходить на ужин. Сходить на ужин. Ну, это завсегда лучше сходить на ужин.